Наконец-то мы подошли уже к заключению соглашения с Литвой, и нами был отправлен проект соглашения, который будет подписан Министерством по чрезвычайным ситуациям с нашей стороны, стороны Республики Беларусь, там с той стороны Литовское агентство по атомной безопасности ВАТЭСИ. Ну и мы готовы работать, продолжать работать, и базируясь, естественно, на технических вопросах, на взаимодействии, которое, конечно, безусловно, в основу всего должна быть положена безопасность. Мы готовы работать с нашими коллегами в полном объеме.